Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Вы не здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить мой ник по регистрации. Если вводите мой ник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Так что обязательно вводите мой ник по регистрации, также можете вводить мой промокод на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Пацаны, наконец-то мы дождались, вчера вели голосовой чат, именно полноценный, теперь им можно пользоваться, он работает, это реально очень круто. И сегодня мы его потестируем, пообщаемся с игроками, просим их мнение. Я хотел вчера записать видео, но у меня не получилось, поэтому записываю видео сегодня. И скорее всего сегодня оно и выйдет, 20, получается, 8 числа. Всем желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, давайте посмотрим настройки, в принципе, вот у нас настройки. Так, есть здесь микрофон, в принципе, все это у меня включено. Можно иконку сделать, так, вот микрофон, включить микрофон, 75% у меня громкость микрофона. Так, устройство, вот мой микрофон, в принципе. Ну, я думаю, здесь все понятно, как бы есть еще черный список. Сейчас, конечно, людей не особо много, потому что я зашел утром в 9 часов по МСК. Но, думаю, ничего страшного, кого-то мы найдем и сможем с ним как бы пообщаться. Ой, сорян. Тебя подвести? Блин, я думал, мне хотя бы ответить типа через голосовой чат, но нет, он мне не ответил. Ладно, давайте его подвезем. Куда тебя нужно подвести? Не, ну это реально. Давай до мопеда. До мопеда. Юшки, есть мопеды? Хорошо. Да, вот это подсюда охуенно. Приморские. А, в Приморске? Дофига. Не, я знаю, что южный весь мопеды. Тебе мопед просто нужен? Да, да, я на мопеде до дома долечу. Ну давай, сейчас я подвезу до мопедов. Или тебе в Приморск надо? По южке покатаюсь. Как тебе голосовой чат вообще, нормально? Он не хочет отвечать, наверное, боится то, что ему дадут, типа. Ну вот, скутеры есть. Не, ну это реально прикольно, типа, то, что можно так пообщаться друг с другом. Я не знаю, как его было слышно, скорее всего, нормально. Я настроил то, чтобы, типа, ну, громко было. Надеюсь, его было не слышно громче, чем меня, потому что это будет немножко такое себе. У кого есть идея, что можно поснимать голосовым чатом, пишите в комментариях. Может быть, какие-то пранки, какие-то социальные видео. Короче, у кого есть какие-то идеи, пишите, пожалуйста. Реально, потому что я уже, ну, у меня же есть пару идей, короче. Но вы напишите, типа, что можно поснимать интересного именно с голосовым чатом. Вот прям интересное что-то. Если у вас какая-то идея есть, то обязательно пишите в комментарии. Здорово, тебя подвести? Да, Б, можешь. А куда тебе нужно? Да, Б. Ну, садись. Благодарю тебя, она. Да, не за что. Вот теперь, пацаны, заебись, реально. Сейчас его отвезем, короче, на рынок. Ну, видите, голосовой чат работает реально очень хорошо, типа, никаких проблем с ним нету. Как бы хорошо слышно, и, типа, ну, работа хорошая. Никаких багов, никаких проблем с ним нету. Вот реально родина красавчики, то что сделали такой голосовой чат. Но они вроде бы как... Но родина вроде как купила какую-то систему там голосового чата, и теперь там у Намальска вроде не будет голосового чата. Я видел, где-то писали об этом. Но на Резону, кстати, тоже скоро добавят голосовой чат, буквально через пару дней. Поэтому Arizona Games просто будет с голосовым чатом, и это реально круто. Так, сейчас его довезем. Так, вот здесь. Все, приехали. Спасибо тебе. Да не за что, удачи. Давай, давай, удачи тебе. Бля, вот это реально круто, типа, ну, вот реально голосовой чат — это такая охрененная тема, без которой реально было тупо. Вот серьезно, было тупо, вот это постоянно приходилось писать. Ты просто нажал клавишу и все, ты можешь объяснить человеку то, что ты хочешь. Тебе не нужно там долго что-то писать, ты можешь просто взять ему все сказать сразу. Просто клаву дрочить реально уже надоело, типа вот это писать постоянно, какие-то предложения длинные. Нахер надо, пацаны. Вот голосовой чат — это реально тема.
С голосовым чатом будет намного веселее, типа. Я просто уже представляю, какой бомбеж будет в казино. Вот я уже просто представляю, какая там будет жопа просто происходить. Сколько матюков я там услышу, пацаны, поэтому я думаю, это достойно вашего лайка. Родина, реально красавчики, я это долго ждал, чтобы они вели голосовой чат. Теперь осталось ждать глобальное обновление, и просто будет реально все очень круто. То, что они добавили голосовой чат, это реально уже круто, но осталось реально дождаться глобального обновления, и все будет реально просто зашибись. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.